Фонтан на главной площади Цхинвала готов на 70%. Остаются только бетонные работы и покрытие фонтана гранитом. Как утверждает директор строительного объекта, совсем скоро жители и гости нашей республики смогут увидеть красивый современный фонтан. Работы на объекте идут активными темпами, согласно утвержденному графику. На данный момент проводятся бетонные и подземные инженерные работы, устанавливают водопроводные трубы, проводят электрические сети. По словам генподрядчика, все необходимое оборудование закуплено. Материалы высокотехнологические немецкого производства. Мы заканчиваем бетонные работы. В дальнейшем начнутся отделочные работы по фонтану. Завезено оборудование, в частности насосы. Частично они смонтированы, но пока не подключены из-за того, что перекрытие пока поддерживается опорами, из-за того, что бетон недавно был залит. В частности насосы – это за границей Европы, это итальянского производства. Еще часть насосов – они германского производства, Германии. Известные фирмы, они уже много лет выпускают насосы и, соответственно, и дают гарантию на свое. Фонтан должны были сдать в эксплуатацию еще в прошлом году вместе с новым зданием Госдрамтеатра. Однако подрядная организация не справилась с задачей. Тогда к работам привлекли северостинскую фирму «Промикс», которая имеет большой опыт работы в этой сфере. Они разработали проект, согласовались с правительством, и уже сегодня работы выполнены на 70%. На объекте трудятся 8 человек, все они местные жители. На днях рабочие приступят к установке оборудования технической части фонтана. Фирма располагает необходимыми специалистами, и когда возникнет необходимость их присутствия, мы их задействуем. В частности, пусконаладочные работы и первоначальные запуски его в эксплуатацию. Фонтан будет светомузыкальным, струи воды будут подсвечиваться со звуковым сопровождением. Он пешеходный, так называемый сухой фонтан. В частности, это значит, что воды как самой так видно не будет, только будут из-под земли появляться струи воды в определенные моменты. Это будет сопровождаться светомузыкальными эффектами. Вот. А так, когда нужно будет, можно его отключать и использовать как для различных мероприятий. Строительство объекта осуществляется в рамках инвестпрограммы. Стелла Бязарова, Азиз Багаев, Зарина Татаева. Информационный выпуск сегодня.